Привет, друзья! Компания Land Rover представила новую роскошную вариацию Range Rover под названием SV Carmel Edition. Этот выпуск является ограниченным, поскольку всего будет произведено 17 экземпляров. Столь низкий тираж делает автомобиль не только предметом роскоши, но и символом эксклюзивности. Дизайн особого Range Rover вдохновлен живописными пейзажами Калифорнии. Яркий сатиновый зеленый кузов автомобиля выделяется на фоне других моделей. От 23-дюймовые темно-серые колеса с соответствующими сатиновыми зелеными вставками прекрасно дополняют образ. Салон Carmel Edition – это произведение искусства, созданное для самых требовательных ценителей роскоши. Сочетание кожи и холодного блеска черной керамики создает удивительный контраст, подчеркивающий индивидуальность каждого элемента. Венецианский шпон добавляет интерьеру глубины и текстуры, а полностью откидывающиеся задние сиденья с многочисленными функциями превращают поездку в незабываемое приключение. Важно отметить, что Land Rover не ограничивается только производством автомобиля. Компания заключила партнерство с Titleist, известным производителем клюшек для гольфа. Каждый покупатель такого автомобиля получит возможность пройти профессиональный тренинг в одном из центров компании в США, а также получит два набора индивидуально подобранных клюшек. Кроме того, за каждую проданную модель компания пожертвует $5000 фонду сохранения леса Дель Монте. Цена нового Range Rover SV Carmel Edition составляет $370 000. Учитывая его ограниченное производство, выдающиеся характеристики и возможности, модель безусловно привлечет внимание коллекционеров и любителей автомобилей. Поэтому компания ожидает высокий спрос на эту эксклюзивную модель, что подтверждает его статус как предмет роскоши. Maserati представил новый высокопроизводительный спорткар Maserati GT2 Stradale, представляющий собой прекрасное сочетание спортивных характеристик и элегантного дизайна. Основанный на серийном MC20, этот проект создавался с оглядкой на заводской гоночный автомобиль Maserati серии GT2 и на первый взгляд производит сильное впечатление благодаря своим агрессивным формам и аэродинамическим элементам. Являясь последним представителем суперспортивных автомобилей из Modena, он сразу же привлекает внимание своим передним бампером с расширенным акулим носом, который не только подчеркивает его спортивный характер, но и способствует улучшению аэродинамики. Также есть вентилируемый капот, увеличенные воздухозаборники и интегрированный сплиттер. Боковые воздухозаборники и мощный диффузор в сочетании с регулируемым задним антикрылом из карбона помогают автомобилю генерировать 500 кг прижимной силы на скорости в 280 км в час, что очень даже кстати для гоночного трека. Внутри Maserati GT2 также подвергся изменениям, которые подчеркивают спортивный характер автомобиля. Здесь есть новое спортивное сиденье из карбона, обшитое алькантарой. Однако для тех, кто ищет более практичное решение для повседневной езды, доступны менее экстремальные сиденья. Важным элементом является обновленное рулевое колесо с интегрированными светодиодными индикаторами, которые помогают водителю в определении оптимального момента для переключения передач. Сама мультимедийная составляющая автомобиля не сильно изменилась и состоит из 10-дюймовой цифровой приборной панели и 10-дюймового экрана информационно-развлекательной системы. Есть также на выбор аудиосистема 6 или 12 динамиками. С точки зрения производительности, GT2 демонстрирует кое-какие улучшения. Снижение веса на 60 кг в сочетании с модернизированным 3-литровым V6 с двойным турбонаддувом, развивающим 640 сил и 720 ньютон-метров крутящего момента, позволяют автомобилю разгоняться от 0 до 100 всего за 2,8 секунды. Это на 0,1 секунды быстрее обычной модели. А вот максимальная скорость наоборот снизилась на фоне стандартной модели и составляет 324 км в час. Причина в развитой аэродинамике, которая заточена на максимальную прижимную силу и на большой скорости только мешает купе. Подвеска тоже была доработана
салона, и теперь она больше ориентирована на гоночный трек. Появилась более мощная тормозная система от Brembo с большими карбон-керамическими дисками. Эти изменения в силовой установке, хоть и кажутся незначительными, очень сильно влияют на управляемость и производительность автомобиля в целом, о чем говорит сама компания. Maserati также предлагает различные пакеты производительности для новинки, включая пакет Performance Plus, который состоит из элементов, заимствованных из гоночных автомобилей. Речь идет о четырехточечных ремнях безопасности и огнетушителе. Это делает GT2 Stradale идеальным выбором для истинных автоспортсменов, стремящихся к максимальному контролю и безопасности во время движения. Таким образом, Maserati GT2 представляет собой отличное сочетание эстетики и производительности, которое удовлетворит всех желающих хоть немного прикоснуться к автоспорту и тех, кто ищет изысканный и мощный автомобиль для повседневного использования. И в этом вся прелесть новинки. Китайский производитель электричек Zeekr стремительно расширяет свое глобальное присутствие. В этом году компания нацелена на выход на австралийский рынок, а также планирует в 2025 году освоить Японию. Несмотря на молодость компании, ее модели пользуются большой популярностью, благодаря своим передовым технологиям, особенно в области аккумуляторов. Выход на австралийский рынок станет важным этапом, и для этого бренд создал местное подразделение. Первой моделью, которая будет продаваться в Австралии, станет кроссовер Zeekr X. Этот электрокар оснащен литий-ионной батареей емкостью в 66 кВт-часов и в одномоторном варианте с задним приводом может проехать 540 км на одном заряде. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью 150 кВт. Одномоторные версии развивают мощность в 286 сил и крутящий момент в 343 ньютон-метра, а те, кто ищет больше производительности, смогут выбрать двухмоторную модель с полным приводом мощностью 422 лошадиных силы и крутящим моментом в 543 ньютон-метра. Такая версия способна проехать 470 километров. Локальные цены на базовую модель пока не объявлены. Выход на японский рынок тоже находится в повестке дня для Zeekr. Компания работает над соблюдением местных стандартов безопасности и планирует вскоре открыть шоурумы в Токио и Осаке. Так что экспансия китайцев расширяется. Друзья, а перед тем, как мы закончим, я хотел бы вам напомнить о своем втором музыкальном канале, где публикую свою авторскую музыку. Если вам это интересно, переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь. А у меня на сегодня все, так что не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики, а также не забывайте о странице в Инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи!